Итак, ребята, всем привет! Сегодня я вас познакомлю с очень важным эффектом, который происходит у нас. Этот эффект называется эффект чернолуния. То есть, когда Луна становится абсолютно черной для нас. Вот смотрите, сегодня 27 число, время час дня. Я остановил немножко раньше, но давайте... Сейчас вот так. Ну вот час дня, 12:58. То есть смотрите, что сейчас происходит. Я сейчас вам покажу все на наглядном примере. Вот космическая наша система. Венера, Меркурий, Земля. Ну, чуть дальше разные планеты находятся. Сатурн, Юпитер. Наша задача оказаться сейчас с вами на Земле, ребята. Вот наша любимая Земля, где мы с вами находимся. Смотрите, сейчас прилетим туда. Итак, мы на Земле. Что же такое чернолуние? Сейчас я вам объясню все подробно. Облетаем Землю. Вот Солнышко, вот Луна посередине. То есть у нас сейчас день, 12 часов 58 минут, ну час дня, скажем. Значит, Луна находится ровно посередине между Солнцем и Землей сегодня, 27 числа. Сейчас я удалю в реальных масштабах. Видите, как все разлетелось? Вот так мы видим, где-то очень далеко Солнышко, Луна почти не видна. Сейчас приблизим, программа позволяет рассматривать этот эффект с более близкого расстояния. То есть мы находимся вот там, на светлой стороне Земли. Вот там вот у нас день, вот Америка. Мы вот здесь в России, у нас вот тут вот день. Мы смотрим вот так на Солнце, на юг. И где-то между нами должна быть Луна. Эффект чернолуния называется. Сейчас я, давайте вот так вам, на Луну прям перелечу, чтобы мы посмотрели все со стороны Луны. Вот Луна, вот она, вот такая вот черная нам кажется. Смотрите, вот она Земля. То есть мы находимся вот с той стороны за Луной. Видите? Называется эффект чернолуния. Вот тут вот Африка. Мы в России вот отсюда на нее сверху смотрим, вот так под наклоном. И мы ее не видим как бы. Получается, что она у нас в тени, видите? Полутени опять у нас такие. А Солнышко остается вон там сзади. Такой вот эффект чернолуния. Сейчас я покажу в реальных масштабах, как можно увидеть Землю с Луны. Вот так она видна. Это вот реальные масштабы. Вот Луна. Вот такая огромная Земля. То есть, если встать еще на саму Луну, Земля будет очень даже огромная со стороны Луны. Так, давайте приблизим. Сейчас я вам покажу в реальности, что мы сейчас видим в трех программах. Это у нас будет первая программа. Solar Walk 2. Земля, Луна, Солнце. И можем запустить, посмотреть, как она тут быстро, как она будет двигаться вот так вот по дням. Смотрите, видите? Крутится, крутится. И вот так у нас происходит круговорот Земли. И вот Луна, видите, обходит Землю и как бы заходит за нее. То есть вот чернолуние состоялось, вот она была посередине. Сейчас она уходит левее. И учитывайте, что у нас здесь овал. У нас орбита Луны овальная, то есть она подходит и отходит от Земли на большое расстояние. Вот я вам сейчас чуть покрупнее, чтобы видели. Ну вот она вся Солнечная система. Вот смотрите, вон Луна, видите как? Сейчас я чуть быстрее сделаю, чтобы видели. Вот она, Луна, вот так облетает Землю. Облетает, облетает. Когда между Солнцем и Землей, тогда и происходит эффект чернолуния. Вот сейчас он наступил, ребят. Сейчас посмотрим в других программах, как все это выглядит. Вот смотрите. Секунду. Мы находимся с вами в Липецке. 27 числа, 12 градусов тепла, время 13:36. Сейчас включу вам программу плоской Земли, Flat Earth. Смотрите, что мы можем увидеть по ней сейчас.
по ней. Вот у нас плоская Земля, как сейчас все устроено здесь. Вот часики показаны. Фаза Луны, вот та, фаза Луны вот такая. Время 13 с чем-то, 36. То есть все то же самое работает. Вот работает Солнце, Луна почти соединились. Эффект чернолуния наступил в воскресенье, видите? А вот на английском языке вот такая фаза. Маленький серпик должен быть виден днем. Сейчас я вам включу программу Дафмун. Дафмун — это фаза Луны переводится. Здесь еще нагляднее показано. Вот такая сейчас Луна, чернолуние. Стареющая Луна, но почти что она черная. Восход 5.32, заход 17.2. Очень близко к Земле. Находит сейчас 362 километра всего лишь, а не 380, как нам рассказывают. То есть очень близко. Смотрите. Сферы сейчас переключим. Вот у нас вот желтенькое Солнце, серая, вон коричневая Луна. Видите? Вот мы стоим, должны на юг смотреть, чуть-чуть правее. Там будет у нас сейчас Солнышко. И сверху должна быть Луна. Сейчас я раскрою картинку. Мы увидим, по какой орбите это должно происходить. Вот. Так, это какие-то. Вот Солнце. Вот Луна черная. То есть сейчас мы попробуем вот так все это найти, ребят. Вот это юг красный. И чуть-чуть правее юга. Вот здесь должно быть Солнышко, сверху Луна. Сейчас пойдем прям наглядно все вот это сейчас с вами проверять. Надеюсь, получится. Секунду. Прям днем мы сейчас все это посмотрим, все постараемся увидеть, ребята. Прям в прямом эфире. Так, секунду. Солнце, Луна. Секунду. Сейчас мы вот так будем смотреть. Сейчас. Так. Чтобы нам увидеть. Я еще взял с собой эту маску. Не маску, стеклышко, сварщик. Секунду. Ага. Так, засветил сильно солнышко. Сейчас. Солнце, Луна, в общем. Вот оно, вот солнышко, ребят, прям показываю вам. Сейчас, секунду. Возьму маску сварщика. Закрою. Что мы можем видеть здесь? Смотрите. Вот оно, зеленое солнышко. И где-то там, с правой стороны, эффект чернолуния. Вот где-то справа она должна быть видна, Луна. Сейчас я попробую приблизить солнышко. Вот так вот она приближается, но Луна не перекрывает. Или, смотрите, круг ровный у Солнца. Давайте смотреть. Вот она, зеленый круг Луны. Ой, Солнце. И где-то сверху, справа, должен быть месяц Луны. Но, конечно, видите, он через стекло нам, наверное, будет незаметен. Но реально вот там вот он и есть, ребят. Эффект чернолуния такой у нас срабатывает. Давай сейчас как смогу увеличу Солнце. Это очень важный день. Он приравнивается к полнолунию, ребят. Вот есть полнолуние у нас на Земле. Вот видите, какое солнышко. Почти идеально круглое, да? Сейчас, секунду. Руки трясутся. Ну вот оно, вот такое вот желто-зеленое солнышко. Что сможем сейчас найти на нем? Давайте. Вот. Его весь контур, это я сейчас снимаю через стекло сварщика. Так, а Луна у нас должна быть справа. Но тут мы ее не видим. Вот смотрите, вот дело в том, что как раз вот это самые важные эффекты в нашей жизни. Вот сейчас Луны, 3 дня ее нет на ней, на небе. На ночном, мы же привыкли видеть ее ночью, но на самом деле ее нету по ночам, ребят. Чтобы это понимали, все это знали. Вам показываю. И знаете, что у Луны цикл такой, скажем,
прохождение вокруг Земли 28 дней. То есть проходит 14 дней, и Луна пропадает вот реально вообще сейчас на 3 ночи вот подряд она вот так пропала. Потому что сейчас с правой стороны Луны Луна, но она видит, дело в том, что она сейчас не закрывает солнышко, а чуть-чуть правее. А если бы она прям вот идеально бы сейчас прошло, если бы ее диаметр, представляете, совпал с солнечным, вот как должно быть все устроено, интересно, что, скажем, придумано нашим создателем, что у Луны и у Солнца идеальные диаметры, да? Вот подумайте, они находятся совершенно на разных расстояниях, крутятся, имеют там свои орбиты, и в один день, пару раз в году происходит вот солнечное затмение. И вот когда... Классно, смотрите, желтый контур, чуть ближе приближаем, потом в зеленый превращается, хоп. И то есть пару раз в неделю вот это вот солнышко наше, вот пару раз в году, закрывается Луной, то есть такого же диаметра, идеального круга. Как такое возможно? Вы подумайте, если учитывать вот эту теорию большого взрыва, как нам рассказывают, я в это во все не верю. Я знаю, что все устроено создателем, который все рассчитал и очень умно все сделал. И эти моменты, вот как сегодня чернолуние, а ведь Луна вот тут где-то чуть-чуть правее, вот мы просто не видим, вот она сверху или снизу, она ведь где-то там есть. Просто невозможно разглядеть ее через стеклышко. Давай стеклышко уберу, посмотрим вживую, согласны? Вот даже смотри, через стекло видно, вот деревья смотрю, да? Блин, хорошо, может кто-нибудь там Луну разглядит месяц, а? Вот я сейчас отдалил, в принципе. Где-то справа сверху она должна быть месяц. Может быть, я на камере не вижу. Может, там еще что-то, какие-то полосы я замечаю. Не? Это туча или что это такое? Интересно. Очень интересный эффект. Деревья, глянь, черные. Ну, а может быть, Луны и вообще нет. Это вот нам рассказывает про чернолуние, да? Даже вот пока что Луна где-то там справа. Вообще не видно. Ой, какой вид классный, а? То ли тучи, то ли облака. Тучи, наверное. Какие-то полосы. Вот глазами-то на солнце смотреть невозможно. Только через стеклышко. А вот на видеокамере можно прозаметить много интересных моментов. Кажется, сверх тучи подходит, да? Блин, шикарно можем сегодня рассмотреть вот этот солнце. И где же наша Луна? Вот она должна быть как бы месяц ее. Должен закрывать и окружать здесь. Такой маленький ободочек его. Но нету нигде, ребят. Я не вижу. Все вам показываю, не вижу ничего. Вот такой вот эффект чернолуния. Самые, кстати, два дня важных в месяц, это когда полная Луна и когда вот она черная, как сейчас. То есть она где-то там есть. Но каким-то образом... солнечные лучи ее окружают, что мы не можем ее заметить. Сейчас я вам вживую покажу без стеклышка. Сейчас уберу. А вот без стеклышка что происходит, видите? Голубое небо. Приближаем. Отдаляем вот солнышко. Где-то там справа, вот здесь вот, должна быть видна Луна. Лучи какие-то классные сегодня, рассеивающие. А Луны-то там не видно, не месяц, ничего. Но я глазами не вижу маленький экранчик. Может, большой кто-то что-то разглядит. Но вот такое вот чернолуние у нас сегодня. Так, надеюсь, вы довольны. Вам понравилось. И вы теперь знаете правду, как происходит даже и относительно круглой Земли, шарообразной, и относительно плоской Земли. Вот я вам показывал пример. И по фазам Луны. Почему не видно Луны, вот, допустим, 3 дня подряд? Потому что она по научной теории перевернута к нам неосвещенной части. Но, если честно, я считаю, что в эти моменты происходит открытие в какой-то портал или какая-то дверь, которая между Солнцем и Луной находится, и какой-то происходит обмен энергией там. То есть она 2 недели собирает Луна энергию, потом закрывается, переворачивается с той стороны, и какое-то переселение там происходит энергии, новый или старый. Так все устроено, ребята.
вживую вам показываю наглядно. Солнышко, контур его. Что-то он уже не круглый контур, а? Вам не кажется? Вот теперь круглый. Очень классный вид. Очень интересно наблюдать. Вот такая круглая лампочка светит на нас. Никаких там я не вижу дополнительных огней слева сверху с этих вспышек. Как они, протуберанцы называются, вот эти лавы вулкана. Просто желтое солнышко, зеленое точнее. Может быть, кто-то заметит что-то, кроме меня. Но вот так это выглядит, ребята. Итак, Чернолуние в октябре 2019 года снято для вас. Ветер сильный. Ох, как я чувствую. Надеюсь, вы тоже слышите этот ветер. Чувствуете, ветер сильнейший. Всем говорю удачи, ребята. Пока. Смотрим видосики. Видео снято специально для вас. Чернолуние. Пока. Бум.